Всем здорово, народ, с вами Алекс Диего. Мы начинаем игру Rage 2. Игра полная драйва и хардкора. Начинаю сразу на кошмаре. Я где-то слышал, что в эту игру можно играть не так. Мы строили такие планы на эту планету. Наша Земля была столь милосердно очищена метеоритом, чье имя Апофис. Как много у нас было планов. И все их сорвал один человек. Николас Рейн. Одним нажатием кнопки нас лишили будущего. Появились ковчеги. Экосферы посыпались на Землю раньше, чем было положено. Они снова посеяли жизнь в бесплодных пустошах. Снова запустили жизненный цикл. А ведь это была прерогатива нашего вида. Наши планы были сорваны наивными и нахальными плебеями. Плебеи не дали нам очистить ослабевший вид. Они отказались от нашей помощи. Предпочли спасать свою жалкую никчемную жизнь ценой будущего всего вида. Верх эгоизма. Думали, что победили нас. Мы сами позволили им так думать, но мы ушли под землю. Мы следили за их распрями, за их глупыми войнами, за детскими играми в наведении порядка. Мы набирали сил. Наша наука, наши знания, богатый опыт, все было подчинено единой цели. Хирургической ликвидации слабых. Человек переродился. Мы уничтожим их оборону. Захватим их поселения. Захватим ковчеги. Сегодня мы сравняем с землей их ничтожные города. Сегодня мы начнем великую зачистку. Сегодня будет возрождено правительство! Что там происходит-то? Так. Ничего хорошего. Хватаем пушки и выдвигаемся. Я так и думал, что правительство это... Все время там сидят какие-то полулюди, полукиборги. Так, ну что? 365 дней в году я мужик. Течение? Да нет, не похоже. Вроде так что... Похоже. Надо выходить. Мы поняли, что мы выбираем. Уже пора, да? Да, бери снарягу. Берем снарягу. Валище. Отлично. Боу есть. Меч бумеранг есть. Защищаю вход. Играл как-то я давно в первую рейдж. Ну, Лили, я в него метила. А ты не спи на ходу, Уокер. Лили. Она мне как сестра родная. Мы выросли в Винланде. Мать Лили была нам любящим сержантом. Ну, а я сирота. У меня нет матери. Ничего, и на твою долю хватит. Говорю тебе, в этот раз все серьезно. Ладно. Только тогда чего мы ждем-то? Давай! Давай! Я красивая и сильна, амазонка, ёптать. Лучше ты, чем я. А, я стрелять по нему не могу. Так, ну тут вроде ничего интересного не наблюдается. Так что пойдем сразу мочить. Ох, ё-моё! Офигеть, блин. Только вышел посмотреть. Сразу можно охренеть. Самолеты на гиперскачках. Да у нас тут, блин, охрененная такая база. Я сейчас! А, это не наши самолеты? Чуть не насмерть?
Не дождутся. Будет трудно вести счет. У меня плохо с цифрами. Локер! Двигай во двор! Живо! Уже иду! Лили со мной! О, отлично! Ё-моё! Отлично! Значит, все серьезно. Отлично! Ваншоты работают! Игра уже не так плоха, что если можно стрелять по головам. А то в шутаны я что-то давно вообще не играл. Особенно если посмотреть по моим играм на канале. В основном такие платформеры, дорогалики. Игры жанра Souls. Там вообще экшоном не пахнет, вот таким вот. Хорошо. Боже мой, что такое? А, это мертвая куча плоти. Там сейчас жарче всего. Так. А я могу тут осматриваться тут? Да, что-нибудь, может, интересное где спрятано. Это ж такие игры, где там, если один раз не посмотрел, то больше ни разу не найдешь. Вот, блин. Я верю, что она еще потерпит немного, пока я пошарюсь. Поищу, осмотрюсь. Чем больше есть в начале возможности залутать всякой хрени, тем играть становится легче. И хотя бы можно разобраться с чем-нибудь интересным. Но они жуткие прям. Обосраться можно. Ой, последний бумеранг выкинул. Прикладом, бей его, бей его. Да что получается, две ноги. С робокаблуком. Без рук, но с пушкой. Подсоединенный к заднице. Ужас какой. Извращенцы. Печка на Т. Хорошо. Пока у меня есть жизни. Валим отсюда! Скорей! Ну и махина! Какого? Это рейнджер! Я знаю, кто это! Джейсон ему башку отгрыз. А тот ему ее просто взорвал. Бедный рейнджер Джерси. Медицина тут бессильна. Так у него третья стадия аутизма. Гранату-то в рот закинуть изначально он вообще не додумался. Только когда его сжрать уже начали. Ладно, ладно. Что у нас тут есть? О, мародерствуем потихоньку. Ношеные вещи собираем. О, жесть. Мама тебя потом разорвет за эту броню. Тут внутри еще очень много Джерси. А что делать? Выбора нет. А, Джерси имеется в виду. Охренеть. Мужика. Это даже круче, чем я думала. Конечно, кишки его на руки одевать. О, а вот с волыны уже пободрее будет. А, я теперь солдат хоть куда. Да, встань ты от меня, женщина, что ты хочешь? Иду. Дай мне пошариться, блин. Обе женщины, у нас обе равные права. Все, отстань от меня. Что хочу, то и делаю. Ух, ё-моё. Я вот целимся. Пиу! 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 А, вот так, да? В голову, то есть, если это ваншот. А если по другим частям тела, это коупай до скончания времен. Один из видов оружия. Вот колясика мышки мне в помощь. Всем конец. Не бойтесь, на мне есть кусочки Джерси. Ой. Кто там жалуется на жизнь? Он что-то мигает.
Граната! Эй! Есть граната, я не побоюсь ее применить. А мы зайдем им в тыл. Чё дурарной делаешь? Так, на букву Т. Пошел ты. Уродец, блин, прилетел тут. Главное, чтобы сзади никто так не упал, а то падают. Понимаю, там мужицкий дождь, но они на мужиков-то не похожи. Какой-то такой аморфный дождь. Минус один. Два полетел. Приземляйся. Минус второй. Отлично. У меня прям неплохо получается, если к ним не подходить. Последним патроном. Прям в его черепушку. Там кто-то с другой стороны. Да я прям снайпер вообще. В ударе как нефиг делать. Заколебали, поздохните там. Граната-то на чё, блин? Они убили стрелков? Они всех убили. Крылопалку. Серьезно, так она называется? Получи нахрен в черепушку, чё думал, а? Ты не на тот район зашел, урод, блин. Завидуешь, Лили? А то. Пошел, блин. Я стала бы самым сильным рейнджером в истории, если бы не эта херня с нанотритами. Пошлите, мужики, я вас проведу сейчас, всем же задницы надерем. У меня вон еще аптечка есть. Я не побоюсь ее применить. Так, прыжок. Концентрация. Это конец. Всем конец. Пошел ты. Че там стреляешь? Тоже пошел. Так, там двое наших. Вижу. А, вон ты где. Сраный. Аморфный кусок человеческой плоти. Чё стоишь? Пошел ты, почко, блин. Лично. Да я тут вообще всех разношу, блин. Где меня носит? Вообще убийца номер один на этой планете. Пошел ты. Машешься тут. Стреляй сначала, научись, перед тем, как передо мной руками своими махать. Что там фиолетовое светится? Так, я видел лестницу. Что здесь не есть? Патроны и патрон. Блин. А я лез сюда, как умная Маша. А, мне туда. Сейчас бы спрыгнул обратно. Да ты чё, урод такой, блин?
на, в голову. Чё, блин, чё удумал? Гели, блин. Жизни-то у меня не резиновые. Только по мне шмонать-то можно. Вот так вот-то. А чё я залез сюда, зачем? Человек, но паук. Помнишь, что в академии рассказывали про рейнджерскую броню? Врубай форсаж, когда он зарядится. Блокпост у моста захвачен. Всякое бывает в жизни. Никто ж не спорит. Чай форсаж. И жди Торетто. Так, тут у нас еще патроны. По-моему, там кто-то приземлился. Есть кто дома? Так, о, я вижу своих. Твои мне помогут. Форсаж, ага. А, черт! Стреляет, стоит на меня сверху, блин. Еще поссал, блин, до бущей важности. Охренел совсем. Игра вообще беспощадная. Так, что тут есть? Я мог тут заныкаться, там проползти вот так, да? И всяких форсажей, и всех просто убить. Вариативность. Так, лезем, лезем. Соседнее село. Пока не упремся в экран. Ай, блин. Так, а что еще есть? Эй. Ладно, я хотел туда залезть. Ты что такое? Что ты такое? Да, не знаю, что ты. Так. Надо отойти, прицелиться. Ай. И пристрелить его. Неплохо. Ты чё там? Блин, у меня аптечек так на всех не хватит. Последняя, между прочим. А, заряд здоровья. Значит, не последняя. Хорошо. Сказал бы я, что буду жить вечно, но... Паш, ты чё, блин, драться со мной, что ли, вздумал? Слышь, чё? Пошёл отсюда, блин. Так, над твоим трупом поиздеваюсь, понял? А, я уже на месте почти, да? Ну ладно, этого никто не видел, хорошо. А перед тобой броня его ж не... Герой войны, рейнджер, кумир для многих, особенно для Лили. Растила меня после смерти родителей. Скажу вам прямо, это сержант, а не мамочка. Жду указаний! Иди сюда! Это броня Джерси. Кто напялил его броню, тот делает его работу. Это что за хрень? Я вижу такую махину. Тем проще целиться. Не может быть. Он же мертв. Генерал Кросс?
Он убил безголовое тело. Какая тут генерал проблема с озвучкой? Большой злодей, глава правительства. Призрак прошлого, которым пугали непослушных детей вроде меня. Не знаю, бредит Проули или он правда жив. Знаю одно. Если жив, я эту беду поправлю. Сволочь! Назад! Это приказ, слышишь? Он только что растоптал мертвое тело. Грустно так-то. Если у него есть энергетический меч, то какого хрена они так хреново сражаются? Так, попробуем тебя завести. Разряд! Стой! Подожди! Ты чё творишь? Я в сознании! Ты-то да. А твой новый костюмчик надо было встряхнуть. Значит, это все? Все, что осталось? Выживших пару десятков. Мы еще разбираем завал. Я видела Проули. Генерал Кросс, он... Он ее убил. Убил мою мать. Не знаю как, но мы их остановим. Я своими руками сверну шею этому вечному мерзавцу. Если честно, я никогда не верила, что правительство вернется. Ну, они вернулись. И нам надо что-то делать. Мать знала, что делать. И рейнджеры тоже знали. Погоди-ка. Их файлы, их записи. Они хранятся на заставе. В главном штабе рейнджеров? Ты совсем? Туда можно только рейнджерам. Лили, послушай. Я последний рейнджер. Охренеть. Ха. А ведь правда. Если что, кроме меня, никто эту броню одеть не мог. Ты еще расскажешь. И вообще, если у нее есть, у этого сержанта есть дочь, как интересно, она ее завела. Ну, в плане того, там, семейных отношений. Она просто нашла симпатичного мужика, схватила его за шкирку, притащила в постель. Сказала, все, делай мне ребенка. Уже была баба, огонь. Прям кремень, можно сказать. Да уж. О! Алики. Так, у меня же еще есть. О, Алик. Отчет рейнджера бандитского логова в ущелье. Собираем информацию. Сила левой руки. Я тоже могу много что делать левой рукой. Об этом лучше не распространяться. Так, патроны. Был у меня, кстати, один случай с током. Во время моей службы сказали мне поменять лампочку. Висит вроде такой плафон, и я ничего не подозреваю.
Заважу. Берусь этот, за этот плафон руками. Тут начинает меня жутко колбасить. Оказывается, какой-то дегенерат умудрился повесить этот плафон на два оголенных провода на 220. Никогда в жизни меня так еще не шторило. Хорошо, хоть руки успел по-быстрому убрать. А то б немного пригорел от этого всего. В буквальном смысле этого слова. У вас у всех есть имена? А, психические травмы, они такие. Война делает из людей дураков. Хотя, блин, это же они же сражались. Думаешь, там вышло правительство, там убивают хрен пойми кого. Но до этого же с людьми они сражались там, убивали друг друга. Набираем всякую полезную информацию, какие-то очки набираем, наверное, уровень будет. Так, тут я все осмотрел, да? Идем дальше. А, еще можно бежать, да? Нет, я не могу бежать, пока у меня левая рука согнута. Мало ли, вдруг запнусь, правильно? Да, залезть не могу. Пойдем дальше. Пистолетные патроны полные. Серьезно? Я думал, мне немножко не хватает. Так. А, ну тут я везде был, все видел. А что не видел, то того, считай, не было здесь, да? Хоп-хоп-хоп. А, ворота починили. Это хорошо. А что здесь? Игра же позволяет мне шариться, где я хочу. Куда я, блядь, вылез? Здесь это было можно делать. И отсюда есть выход. А, ну это те места, где все горело. Куда я залез? Нахрена я сюда залез? Так, я куда-то иду. Ой, я вернулся куда-то. Вроде бы. Так, тело раз... А, это Джерси. А, во, куда я пришел. Офигеть можно. Как я сюда пришел? Вопрос на миллион. Ладно. О, текстуры, отпустите меня. Я не с вами. Так. Продолжаем осматривать все. Делиться впечатлениями о том, как здесь красиво и интересно. О, да я считаю на месте. Повезло же мне. Может, я даже путь срезал? Ручку приложу. Надеюсь, ты мне что-нибудь оставила, Проули. А то есть... Сканер в каюту главнокомандующего. Там на все отпечатки пальцев работает. И тем более на отпечатки пальцев костюма Джерси. Хоп-хоп-хоп-хоп. Капрал Уокер, крысиный дозор. Я пришла за сведениями о своей... о сержанте рейнджеров Эрвине Проули. Запрос обрабатывается. Отмена протокола.
Хоп-хоп, задом вошел. Майкл Джексон. Если ты видишь это послание, нас потрепали сильнее обычно. Скорее всего, я мертва, а Винланд разрушен. Это также значит, что ты последний рейнджер. Боюсь представить, для чего ей был нужен этот банан и бутылка с водой. Сим. Сейчас узнаем, что ты для меня припасла, призрак Проули. Откройся! А, уже открылся, точно. Закройся! Не работает. Так, подойдите к ковчегу и нажмите Ctrl. Пожалуйста, подойдите ближе для досмотра. А я осматриваюсь, погодь. Давай, ладно. О, сила переполняет меня. Досмотр завершен. Добро пожаловать в ковчег 401А. Засунуть руку в подозрительную дыру и надеяться на лучшее? Ну да. Прям как в первом половом акте. Но была не была. Пожаловать в камеру симулятора. Здесь вы научитесь использовать оружие ковчега и полученные ID-сертификаты. Вы установили ID-сертификат «Рывок». Рывок позволяет уклоняться от атак противника. Пока он действует, в вас сложнее попасть. Повторите. Еще раз. Очень хорошо. Симулятор. Спасибо. Такая добрая. Использовать ID-сертификат рывок для уклонения от вражеского огня. Он еще бы откатывался побыстрее, хотя бы в симуляции. Ну так, для чисто. Это быстрее проходилось. Что, не сработало? Сработало? Ай, блин. Ил. Хорошо. Теперь вы знаете, как использовать... Ну, да, да, давай. Черный куб. Маленькой ёлочке холодно зимой. Я уже, что ли? А кусаться вот так было обязательно? Возвращайся в главный зал. Я должна еще кое-что сказать. Так странно получать приказы от мертвой тетушки. Я хочу знать, почему земля круглая. Почему морковка красная, небо голубое. Интересно, вообще у них есть тут какая-то образовательная система? Просто апокалипсисы. Их трое. Первый — Джон Маршалл.
выступил против правительства. Он лучше всех разбирается в технологиях и шпионаже. Его навыки помогут тебе скрыться от глаз правительства. Вторая – Лозан Хагар из Источника. Дочь героя войны Дэна Хагар. Начинала как рядовой боец. Теперь стала мэром крупнейшего города Пустоши. У нее есть военный транспорт, а это бесценно. Наконец, доктор Антон Квасир. Правительственный ученый, перешедших повстанцев. Никто не разбирается в мутантах и нанотритовых технологиях лучше него. Его знания – краеугольный камень проекта Киншоу. У тебя наверняка остались вопросы. Часть ответов ты отыщешь в компьютере твоего бронекостюма. Удачи тебе, Рейнджер Уокер. Все, конец-то. Вот черт. То есть ты решила переложить все это на мои плечи и свалить в закат, да, тетушка Проули? Что ж, похоже, теперь вся надежда на меня. Да, закончили монологи с самим собой. Где она вообще тут спала? Это ее комната, да, получается? Ни кровати, Лили, ни стула. Мне нужно разыскать троих. Ладно, Джона стул нашел. Маршала, доктора Квасира и Лузам Хагар. Ну что, народ, пока закончим на этом. Это был Алекс Диего, игра Rage 2. Полна экшония, которая прям струится по вашим венам. Так что вы подписывайтесь на мой канал, ставьте пальцы вверх.